postman, bring me her letter. 10 o'clock postman, make me feel better. Been so many days since that I met her. 10 o'clock postman, bring me her letter. Bring me her letter. Сегодняшний выпуск программы по существу самый что ни на есть музыкальный. И у нас в гостях легендарная группа Secret Service, что в переводе «секретная служба». Парни, привет! 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 Как понимаю, в Чебоксары приехали с концертом? Привет! Привет! Чебоксары! Мы и группа Secret Service! Приходите на концерт! Концерт группы Secret Service, как понимаю, состоится завтра, 23 ноября. Это будет сольный концерт в Чебоксарах. Чем порадуете нас? Самый большой сюрприз – это то, что у нас новый солист Джон. Мы будем исполнять из довольно-таки нового альбома «The Lost Box» несколько песен. И я уверен, что их не все слышали. Это наш небольшой сюрприз. Ну и, конечно же, все наши давние старые хиты. Как всегда, уже по нашему опыту, у каждого свой фаворит из старых хитов. Поэтому мы будем петь очень много хитов, чтобы всем угодить. Обещаем, что ты на клуб Постмана обязательно споем. Вернемся немножко в историю. Секретная служба, насколько я знаю, была создана в конце 70-х годов и за это время выпустила 10 альбомов. Но и по-прежнему десятки ваших песен в ротации, а клипы до сих пор в эфире. Взять хотя бы «Почтальона», который приходит в 10, и ваш первый сингл у Сьюзи. Есть ли у секретной службы свои секреты успеха? Я думаю, что самый большой секрет популярности Secret Service – это, конечно, мелодии, это музыка. И у этой музыки нет последнего срока действия. И почти все песни содержат какую-то грустинку, и это по душе русской публики, думаю я. Иначе бы мы здесь не сидели. И то, что музыка была создана или написана до того времени, когда большие американские инфлюенсы с компьютерной музыкой охватила весь этот мир. И все стало звучать одинаково. Ваш последний альбом называется «The Lost Box». Говорят, что в этот сборник вошли песни, которые были забыты, потеряны, а также переписаны заново. Насколько популярна оказалась эта пластинка? Смотря как это дело оценивать. То, что раньше продавались миллионами пластинки и диски, сейчас такого нету знака, что вот столько-то продалось. Практически вообще уже не в живом виде ничего не продается. Но мы, когда на концертах ее начинаем что-то из этого играть, люди знают уже и напевают. Мы, когда обнаружили эти песни, неизданные, в коробке лежащие, много припрятанные, и стали с Ульфом над этим работать, то поняли, что эти песни, конечно, должны увидеть свет. И каждый раз, когда мы новую песню откапывали, сидели и удивлялись, а почему мы ее не издали? Такая хорошая песня, почему мы это не сделали? В России вы всегда желанные гости, и, насколько я знаю, чаще всего концерты проходят с аншлагом. Любовь к российскому зрителю взаимна, и как вам город Чебоксары? Мы, к сожалению, не так много успели посмотреть. Нас сгрузили с самолета, посадили в машины, и мы увидели только снег, метель, но уже повстречали на пресс-конференции несколько людей и в гостинице. И с той доброжелательностью и добротой, которые нас встречали, мы поняли, что люди в этом городе великолепные. А, да, еще мы реку, говорит, увидели. Мы трактора не увидели. Нам сказали, что тут делают большие тракторы. Мы не видели ни одного. Ну, я думаю, что вам покажут. Концерт группы Secret Service уже завтра в 19 часов во Дворце культуры тракторостроителей. А прямо сейчас попросим парней исполнить небольшой отрывок
As the break of dawn came closer, all my hope seemed so forlorn. The misty signs of laughter and the light eluded all. And my despair was caught in motion, a face just barely true, shadows in blue, a flash in the night, a flash in the night. Вот таким музыкальным выпуск у нас сегодня получился. Это была программа «По существу», и в наших гостях была легендарная группа Secret Service.